Мы продолжаем ММА серия 53. Грандиозный турнир. На очереди шестой бой. И в клетке появятся тяжеловесы. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана. Мухридин Жавлиев по прозвищу «Азиатский медведь». Что ж, азиатский волк у нас сегодня был, и ему выиграть не удалось. Белый тигр, а теперь азиатский медведь, Мухриддин Жавлиев. Вот он, собственно, персоной, 26-летний боец из Узбекистана, представляющий клуб «Амир Тимур». Мухриддин – чемпион своей страны по дзюдо и куреш. Плюс ко всему у него отличная и ударная техника. Особенно выделяется удар левой ногой с разворота. И он, кстати, продемонстрировал в своем первом и пока единственном поединке в качестве профессионального бойца ММА против Ивана Кутузова. Тот удар ему победы не принес, но зато Жавлиев сумел вскоре перейти к граунд-энд-паунду и в итоге Ивана задушил. Таким образом, один бой, одна победа. Посмотрим, что сегодня продемонстрирует Мухриддин Жавлиев. Ясно одно, что он не любит откладывать дело в долгий ящик. Это, кстати, первый из трех поединков в тяжелой весовой категории в сегодняшней программе. Также тяжеловесы сойдутся в девятом бою вечера. Там у нас Венисиус Морейра против Сергея Дьяконова. Ну и главный бой вечера, не забываем, Олег Попов против Антонио Бигфута Силвы. Да, остальные тяжи в формате российско-бразильского противостояния. В красный угол октагона приглашается его соперник из России. Встречайте, Виктор Клюев! А вот и Виктор Клюев. Так, не спеша, как и подобает тяжеловесу, проделывает он свой путь к клетке ММА-серии. 28 лет этому богатырю из Рязани. Он представляет спортивный клуб «Атрон». Мастер спорта по ММА, кандидат мастера спорта по грэпплингу. Как профессиональный боец смешанного стиля, Виктор провел пока что лишь один поединок. На турнире Eagle FC 34 в марте прошлого года на 51-й секунде первого раунда он проиграл техническим нокаутом Алану Макитову. Будем надеяться, что сегодня фортуна не отвернется от Виктора. Грозно выглядит Виктор, ничего не скажешь. По одному поединку, получается, у Виктора и Мухриддина. Вот только Жавлиев выиграл, а Клюев проиграл. Кстати, если Виктор Клюев сегодня одержит победу, то у них будет абсолютно идентичный рекорд. Боец в синем углу, ему 26 лет, рост 1 метр 77 сантиметров, вес 116 килограммов ровно, родом из Узбекистана, представляет клуб «Амир Тимур». Он чемпион Узбекистана по дзюдо и куреш. Его профессиональный рекорд — один бой, одна победа. Мухриддин, азиатский медведь, Жавлиев. Его соперник – боец в красном углу. Ему 28 лет, рост 1 метр 90 сантиметров, вес 118 килограммов ровно. Из России, славной Рязани, города смелых и бесстрашных, представляет клуб «Атрон». Он мастер спорта по ММА, кандидат мастера спорта по грэпплингу. По профессионалам провел один бой, в котором потерпел досадное поражение. Виктор Клюев! Рефери в октагоне Павел Осокин. Готов.
Павел Осокин рассудит тяжеловесов Мухриддина Жавлиева в синем углу и Виктора Клюева в красном. Поехали. Смотрите, какая разница в росте. Сразу же это бросается в глаза. Виктор, кажется, тяжеловесом, а вот Мухриддин как будто бы из другой категории пришел. Накрывает сверху Клюев. Что, неужели сразу задушит? Пытается подстроиться под прием. Пока не получается, но здорово массой своей накрывает, помогает себе. Да, не может выбраться Мухриддина, обходит его Клюев. И вот так из полупозиции несколько тяжелых ударов выбросил. 177 сантиметров всего лишь рост Мухриддина Жавлиева. Это ничтожно мало для бойца тяжелой весовой категории. Левой рукой продолжает наносить удары Виктор. И поднимается все-таки Жавлиев. Можно бить коленом в голову. Но нет, все-таки пока сосредоточен на улучшении позиции в борьбе Виктор. И это ему удается. Хаммерфист. Плотный хаммерфист причем. Здесь по защите. Отдаст шею. Нет, Жавлиев пока что перекрывается. Пытается уменьшить ущерб. С другой стороны, что тяжело, конечно, приходится Мухриддину. Он не видит этих ударов. Готовит почву для удушения соперника Виктор Клюев. Еще одна попытка. Но опять же, ноги не заправляет Виктор. Плотно по корпусу. Как раз Артур Шайхов на заднем плане. Внимательно смотрит за происходящим. Считает все удары. И эти, видимо, в том числе. Ну, в этом раунде пока что мы видим полное доминирование Виктора Клюева. Что отражает статистика. 31-3 в пользу рязанского спортсмена. Но Мухриддин пока просто ждет. Вдруг устанет Виктор Клюев. А это тяжелый вес, не забываем. Еще 3 минуты в первом раунде. Ну что ж, в самом начале удушающий не прошел. Может быть, получится сейчас. Показывает Мухриддин, что все в порядке. Здесь по защите и вскользь. И опять показывает большой палец, и не совсем понятно, зачем это делает. И кому? Здесь точно не рефери. Ну и к тому же, все-таки, наверное, больше принимает желаемое за действительное. Мухриддин, с другой стороны, критического ущерба Виктор Клюев ему пока что не нанес. А вот сейчас ноги заправлены и растягивает Клюев. Вот сейчас действительно критическая ситуация для Мухриддина. Еще раз помогает себе, и здесь уже можно бить. Спокойно и справа, и слева. И оборона-то на самом деле близка к пассивной. Но все-таки пытается менять положение своего корпуса Жавлиев. И не каждый раз, когда соперник его растягивает, вновь так собирается Мухриддин. А вот сейчас уже совсем все плохо. Ну, забивает, забивает. Все, да, конечно же, надо останавливать. Причем не столько надо, сколько нужно. Потому что Виктор Клюев в данном случае ничего критического не сделал, да. Но темп соответствовал, пассивная оборона была. И судья обязан был останавливать бой. Но особенно это бросилось в глаза, когда уже просто закрыл голову руками, перестал вырываться, менять позицию Мухриддин Жавлиев. И стало понятно, что, да, лишние удары здесь совершенно не нужны. Да, до определенного момента Мухриддин имел основание показывать кому-то за пределами клетки большой палец, как бы говоря, что все в порядке, я справляюсь. Но уже ближе к середине первого раунда ситуация полностью вышла из-под контроля. Виктор Клюев одерживает первую победу в карьере, и счет его становится победа-поражение 1-1. Как, впрочем, и у Мухриддина. После успеха в дебютном поединке сегодня он терпит неудачу. Поединок продлился 3 минуты 14 секунд. Свою первую победу среди профессионалов техническим нокаутом одержал боец красного угла Виктор Клюев! Итак, поздравляем Виктора с этим успехом. Смотрим повторы и двигаемся дальше. Это ММА серия 53. We'll be right back.
We'll be right back.